Всем привет! Вы только посмотрите, какая у нас красота! Наступила зима. Как только 1 декабря, так все. Все засыпало, снега очень много. Все машины в снегу. Я вчера купила щетку для очистки машин от снега. Вовремя прям. Сегодня вышла, я думаю, ничего себе, как все машины засыпаны. Детки, конечно, все очень довольны. Всем так нравится снежок. Все гуляют с лопатками. Красиво, конечно, на деревьях смотрится этот снег. Там у нас, видите, стройка. Строится большущий дом. Везде тут все застраивается. Вот эти вот дома голубенькие, тоже совсем новенькие. Сосулечка. Красиво. Вот только вошла. Ходила опять к врачу. Ой, еле успела. Прям уже прибежала в кабинет, даже сказали, что меня уже вызывали. Но я не опоздала, видимо, они пораньше вызвали. Я была на 12:30. Ну, где-то в 12:30 я и пришла. Ух! Сегодня еще в зале же была, в спортзале. Прибежала. Только туда-сюда, скорее вот в поликлинику. Ну все, сейчас уже никуда не надо, слава богу. Буду спокойно. Надо тут дела домашние поделать. Пропылесосить. Ой. Все, завершила я все свои перипетии с врачами. Все проверила, что хотела. Я не проверяю, знаете, вот все подряд, как какая-то там бабуля, которая ходит по врачам и ни о чем больше не думает. А я проверяю именно те моменты, которые меня либо беспокоили когда-либо, либо вот мне говорили, что нужно держать на контроле. Вот это да, а не то, что я все подряд бегу, сдаю. Вот. У всех есть какие-то, знаете, такие слабые места. Вот у меня еще слабое место, спина тоже, знаете, но у меня никаких нету там вроде как заболеваний, но я склонна к сутулости, и постоянно я себя, вот знаете, вот на этом ловлю, что хочу сутулиться я. Ну вот после того, как я пошла на занятия спортом, это ушло, я уже так не сутулись. Но знаете, вот замечаю, что даже когда не хожу на занятия, вот болела там, да, не ходила недели две, и все, и тут же начинаю опять сутулиться. Очень хочу пить, сейчас прям налью себе чая, буду пить чай. Все, мои хорошие, села я пить чай, налила себе с лимончиком. Прям, знаете, что-то последнее время на цитрусовые меня потянуло. Вот всегда пью чай с лимоном, вот мандарины у меня тут лежат, я постоянно покупаю, одна я их ем. Не знаю, почему все не едят фрукты. Я вчера мужу говорю, почему ты не ешь фрукты? Он говорит, а зачем? Я говорю, ну как зачем, это же полезно. Он говорит, Марина, гораздо полезнее есть овощи. Там есть все витамины и нет этой вредной фруктозы. Вот как с ним поспоришь, да? Совершенно верно говорит. Так что фрукты ем одна я, и то, знаете, вот я говорю, я тоже очень плохо ем фрукты, вот, только мандарины, это что-то у меня прям странно, захотелось. Обычно я, в прошлом году я, наверное, ни одной вообще мандаринины не съела за всю зиму. Ну, что я вам хочу сказать. В выходные-то я нанервничалась с этим видео, да, которое я хотела выложить, и мне никак. Я была в шоке. Месяц снимаю, каждый день выкладываю, никогда в жизни таких проблем не было. С утра я встала, думаю, сейчас я выложу для вас видео, которое я обещала, по поводу того, как полюбить себя, и бамс. Нет, не тут-то было. Загружается быстро, потом она обрабатывается, и все. И обработка стоит на нуле. Час, два, три, 10 часов так было. Я постоянно то удаляла, то перезагружала, перезаливала это видео. Прочла уже, боже мой, кучу информации в интернете, что мне делать, как мне быть. Оказывается, у многих такая проблема, и особо ничем помочь нельзя. В
поддержку YouTube, если пишешь, они там говорят, что стандартно отвечают, ждите, ждите, ждите. Ой, там некоторые пишут, я уже 2 недели жду. Я так поняла, что если я буду ждать 2 недели, то это все, это конец. Это я не знаю, это будет просто стресс для меня. Ну, вы понимаете, я снимаю, да, я придумываю, я понимаю, что я не делаю ничего сверхъестественного, но мне, в принципе, особо времени нет. Но я нахожу это для своего дела, это у меня любимое сейчас это дело, да, одно из любимых. Я нахожу для этого время, придумываю, о чем вам снять. То есть, как бы у меня в голове постоянно какие-то мысли. Я понимаю, что... Вот я даже, бывает, видео выкладываю, я думаю, наверное, не очень будет интересно. Переживаю. Потом думаю, может быть, вот это будет интересно. То есть, не просто так, понимаете, это все. Я это придумываю, я это снимаю. Я все это монтирую и хочу это все выложить. И когда этого не происходит, это очень обидно. Вы знаете, вы, наверное, заметили, что я особо не урезаю, там, не монтирую свои видео. Я там оговорилась, так оговорилась, ничего страшного. Потому что, во-первых, у меня не такой, знаете, там, офигенный сейчас канал, что у меня там все вылизано, все идеально, и прям вот мне надо тютельку в тютельку. У меня новый канал, и я еще только учусь. Даже по монтажу-то я, господи, только вот начинаю учиться, как это все монтировать. И я считаю, что живые видео, если там немножечко говорилось, ничего в этом страшного нет. Мы с вами в обычной жизни тоже так же разговариваем и так же оговариваемся, и экаем, и гэкаем, и там не знаем, что сказать. Ничего же страшного. Вот. Ну, в общем, не знаю. Вроде бы. Я поняла, как мне обойти другим путем. То, как я выкладывала месяц видео... Почему-то сейчас с этим стала проблема. Я не знаю почему. Целый месяц было все хорошо, сейчас не получается так выкладывать. Оно очень долго обрабатывает. И вот в субботу оно обрабатывало 10 часов, и потом, знаете, в 10 вечера оно загрузилось, и буквально загрузилось ну, за 5 минут. То есть 10 часов оно никак не получалось, а потом за 5 минут оно залилось на канал. Сейчас вроде как другим способом я попробовала, у меня получилось вчера выложить видео. Я надеюсь, что таким способом будет получаться и дальше. Но, мои хорошие, я вас на всякий случай предупрежу. Если вдруг я не выложила видео, значит, у меня что-то там пошло не так. Потому что я стараюсь снимать для вас постоянно. Мне действительно это очень нравится. Я очень ценю своих постоянных зрителей. Ну, по крайней мере, я знаю точно, что 3 человека таких у меня есть, которые постоянно смотрят и ждут, и я для вас очень стараюсь, вот от души, понимаете? Я даже больше переживала, думаю, как так, я людям пообещала, что я выложу видео, а я хоп и не вышла, да, на связь. Вот я себе места не находила всю субботу, я честно вам скажу. У меня даже из-за этого, знаете, я ни о чем другом думать не могла. У меня даже особо не было настроения. Потому что все зря получается, понимаете? Вроде как есть материал, и ты хочешь это все, чтобы запустить, да, чтобы оно пошло дальше. И просто какие-то глупости, какие-то обстоятельства тебе не дают этого сделать. Так, ну ладно, все, не будем о грустном. Знаете, сегодня прекрасная просто погода, это вообще просто шик. Все в снегу, такая красота неописуемая, и что самое главное, тепло. -1, и прям теплая-теплая погода, солнышко такое. Я вообще не люблю холода, я всегда мерзну, мне всегда как-то некомфортно. Но вот когда такая погода, на такую погоду я согласна. В субботу ничего особо я не делала. Говорю, нервничала, сидела. А в воскресенье мы с детками пошли сначала с утра, ну не с утра, в 12 где-то, мы поехали в кафе. Они у меня любят в кафе сходить, посидеть, что-то там вкусного поесть. Давно просились. Пошли мы в кафе, покушали. Потом пошли в торговый комплекс, походили, погуляли там. Покатались там они на всяких аттракционах таких этих, ну, которые, знаете, в магазинах стоят. Потом мы пошли в кино.
Сын у меня почему-то хотел на холодное сердце, я не знаю почему, из-за снеговика, наверное, ему нравится там этот снеговик. Причем холодное сердце первую часть он не смотрел, но хотел пойти на вторую. И вот мы пошли на холодное сердце, и знаете, когда я там сидела, я вспомнила, что много лет назад, когда было холодное сердце, первая часть, мы ходили с моей доченькой вдвоем и смотрели этот фильм. Сына еще даже не было в помине, и даже вообще он и не планировался. И столько лет прошло, и мы опять там сидим, и уже мы сидим и с сыном, и с дочкой. В общем, фильм понравился, фильм хороший, было интересно. Они тоже довольны. Потом мы пошли погуляли, повалялись они в снегу. Потом вечером мы перед сном даже еще раз вышли погулять. В общем, ничего не делали, ходили, отдыхали, гуляли, наслаждались жизнью. Вот так. И скучала я по вам, по своим зрителям. Хочу сейчас поменять серьги. Что-то надоели мне уже эти. Такие у меня были мои, с аметистом. Поднадоели. Все хочется чего-то разного. Тут еще даже не снимешь. Одену, знаете, просто обычные вот такие вот. Так. И еще хочу снять кольцо, про которое я вам говорила, что оно мне неудобное. Вот это вот колечко, я опять его поносила. И стала же сейчас одевать перчатки, рукавицы. Каждый раз, когда одеваю, вот эти вот острые края у него, видите, вот такие штучки. Каждый раз они у меня об рукавицу или об перчатку зацепляются. Нет, это в эпоху перчаток и варежек точно такое носить нельзя. Это жутко неудобно. Люблю вот такие макароны вот этой фирмы. И вот именно вот эти завитушки. Они прям такие не развариваются, прям вкусненькие. А еще купила вот такую я, чеснок, травы и соль от Катани. Нравятся мне эти приправы, я постоянно покупаю вот именно в мельнице. Ну вот это тоже мне понравилось. Ароматная такая, хорошая. Иногда покупаю панировочные сухари. Бывает, я сама их делаю, но вот не всегда у меня есть булка дома. Это надо, чтобы она засохла, ее измельчить. И вот когда в Пятерочке, покупаю вот такие, там других нет. В Окее там свои, в Ленте свои, но вот в Пятерочку чаще всего быстренько бегаю. И вот такие там покупаю. И вчера, думаю, надо мне их купить. И что я купила, смотрите. Горчичный порошок. Точно такая же упаковка, и только дома уже схватила, увидела, что я схватила. Вот зачем я его купила, а? Вот бывает у вас такое? У меня мама один раз, прям несколько раз подряд покупала вместо шампуня бальзам. Потом шла опять за шампунем и опять покупала бальзам. Ой, вот когда торопишься, быстро хватаешь, помнишь, как упаковка выглядит, берешь, а оказывается, это совсем другое. Я даже не знаю, что с этим горчичным порошком-то теперь делать. Я и не пользуюсь никогда горчичными порошками. Ну ладно. Дело-то не в этом, а то, что сухарей-то все-таки нету. Ой, придется опять идти в магазин сегодня. Сегодня у меня на обед куриный суп. У меня любит сын его. Давно уже не варила я супчик. Мы не едим каждый день суп. У меня не могут есть ни дети, да я и сама не хочу каждый день суп. Где-то вот раз в неделю мы его варим. Ну, может быть, 2 дня поедим. И все. Вот такой куриный. Варю на крылышках. Бульон наваристый с крылышек получается. Хотела вам вот показать, я когда покупаю курицу вот в таких лотках или целую там курицу, я всегда, знаете, вот немножечко вот так вот подрываю, вот чуть-чуть и нюхаю. Потому что очень часто даже дата нормальная, а она уже там не свежая.
с неприятным запахом. И чтобы не тратить свои деньги, вот чуть-чуть вот так просто пальцем проткнули ногтем, понюхали и все. И вы будете точно знать, что вы берете нормальный продукт. Это лучше, чем взять тухлое, поверьте мне. Вот, девочки, хотела показать вам еще дранички вчера делали. Муж чего-то захотел, говорит, хочу драников. Я драники не очень люблю, но поела все равно, как-то, знаете, вроде как соскучились и поела. А он прям драники обожает. Ну, вкусно, конечно. Все, мои хорошие, спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что больше проблем с видео у меня не будет. Я прям на это очень надеюсь, серьезно. День прошел хорошо, все было нормально. Надеюсь, у вас тоже все очень хорошо. Главное, чтобы было хорошее настроение, тогда будет все остальное тоже хорошо. Позитивчик. Все, увидимся. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, комментируйте, ставьте лайки. Я все читаю, прям, знаете, высматриваю. Для меня это все очень важно. Пока!